виновата, это все Петр Алексеевич. Он мне специально двойку поставил. Глупая игра. Мам, за доклад пятерка. Опять в телефоне. Тома, а ты не забыла, что тебе на завтра доклад по истории надо подготовить? Да, мам, не буду я его готовить. Как это не будешь? Это почему? Да, мам, меня спрашивали на прошлом уроке. В этот раз точно спрашивать не будут. Что значит будут, не будут? Ты что, уроки для учителей делаешь или для себя? Ладно, ладно, мам, хорошо, подготовлю. Ну хорошо, давай, не откладывай. Вечно мама переживает, да не спросят меня. Привет, мам. Привет, Том. Я смотрю, ты без настроения. Что, двойку получила? Мам, ну я не виновата. Это все Петр Алексеевич. Он мне специально двойку поставил. Вечно у тебя все виноваты, только не ты. Я тебе говорила, готовь доклад. И так настроения нет, еще и ты меня ругаешь. Ну что за день? Настроения у нее нет. У меня тоже теперь настроения нет. Рюкзак бросила. Тома, тебе сколько раз говорить, не бросай свой рюкзак, где попало. Иди убери. Мам, ну убери его куда-нибудь в сторону. И даже не подумаю. Ну и пусть тогда там лежит. Ну все, с меня хватит. Тома, иди сюда! Что, мам? Я тебе говорила, убери рюкзак. Я сейчас чуть не упала. Ты когда будешь меня слушаться? Все-все, мам, сейчас уберу. Эх, Тома, Тома. Ну вот что такое? Меня не слушает. Двойку получила. Вообще настроения нет. Тома, ты бы не хотела мне прийти помочь? Нет, мама, у меня уроков много. Ну ладно. Что за вкусняшку захотелось? Вообще-то это для пирога я приготовила. Мам, ну приготовь еще. Только настроение может портить. Не хочу я никакой пирог готовить. Батарейка села. Пойду, мама, iPad возьму.
салат возьму. Нет, нельзя. Опять в игры играть будешь. Да нет, мам, какие игры? Мне по биологии надо найти информацию про редких животных. Ладно, если для уроков, бери. И никаких игр. Хорошо, хорошо, мам. Обожаю эту игру. Игра! Что же я наделала? Что теперь делать? Тома, надеюсь, ты уроки делаешь? Мам, понимаешь, тут такое дело... Айпад разбился случайно. По-моему, я очень сильно огорчила маму. Как я могла себя так вести? Эх, вот была бы у меня машина времени, я бы все изменила. Но, к сожалению, у меня ее нет. Но у меня же есть волшебная палочка! Так, хочу, чтобы вчерашний день вернулся. А я сама все исправлю. Раз, два, три. Надеюсь, все сработало. Получилось. Это хорошо. Тома, ты же не забыла, что тебе на завтра надо подготовить доклад по истории? Мам, еще пару предложений, и он готов. Да, какая молодец. Ну ладно. За доклад пятерка! Да, молодец, поздравляю! Спасибо! Мама, давай я тебе помогу? Давай, как раз я пирог собиралась испечь. Тома, принеси айпад, рецепт посмотрю. Да, я сейчас принесу. Ребята, давайте помогать своим мамам и никогда их не расстраивать.